Благоустройство набережной на берегу реки Сатис от Маслихинского моста на севере до моста на улице Строителя Захарова на юге продолжается. Как мы видим, на объекте неспешно ведутся работы. Проект, на который выделили больше 29 миллионов рублей, смоленская компания «Причал» должна воплотить в жизнь до 12 ноября. Ее сотрудники начали работы еще в конце июня. Только осенью на территории появились каркасы лестниц на спуске и асфальтированные дорожки. Строительство идет с отставанием. Сейчас здесь работает субподрядчик. До конца этой недели специалисты планируют проложить кабели для электричества, видеонаблюдения и системы оповещения, а также установить фонарные столбы. В дизайн-проекте есть современные площадки для выгула собак, детские и спортивные зоны, арт-объекты. Как будет в действительности, пока вопрос открытый. В социальных сетях под постами о ходе благоустройства саровчане комментируют проект с долей сарказма. Простите, а проект увидеть можно? Да просто один в один, и проект очень подробный, слов нет, одни эмоции. Пандусы? Не, не слышали. Что-то мало и без подробностей. За дополнительной информацией о ходе работ мы обратились в администрацию, но поделиться подробностями о строительстве чиновники не готовы. Набережную благоустраивают в рамках программы формирования комфортной городской среды. Территорию определяли голосованием сами саровчане. Увидят ли они то, что хотели на месте заросшего берега, узнаем меньше, чем через месяц. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».